Борьба двух самых могущественных сверхдержав того времени продолжалась более 50 лет. Борьба двух империй, продолжавшаяся более 50 лет, была беспощадной и кровавой, и прежде всего для того населения, которое здесь проживало. Мнение о том, что Россия воевала с народами Западного Кавказа, ошибочно, так как очевидно, что шла битва империй за доминирование в этом регионе. Однако мнение некоторых радикально настроенных национал-патриотов о том, что Россия воевала с народами Западного Кавказа, ошибочно с нашей точки зрения, так как очевидно, что Российская империя воевала не с народами, а с Турцией за влияние в этом регионе.